Bloomberg рассказал о надежде Кремля на правительство Михаила Мишустина. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. РБК со ссылкой на Bloomberg сообщает, в Кремле считают, что правительство Михаила Мишустина поможет обеспечить скорый подъем экономики страны. По данным источника, это также положительно повлияет на рейтинг «Единой России». При этом отмечается, что Кремль рассчитывает сохранить подконтрольное конституционное большинство в Государственной Думе. Михаил Мишустин был назначен на пост председателя правительства 16 января нынешнего года после отставки правительства Дмитрия Медведева. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!